Серег, для истории. Да я с ну, что вам сказать, господа? Ну, что ты с нами скажешь? Это практически Китай. Здесь ну, горы. Да, это практически горы. Практически Гималаи. Ну, только практически. Вот местный абориген. Зовут его Вася. Давайте. Вася Иванов. Только по-китайски. А может, Сережа? Да, Серый? Пупкин. Только по-китайски. Слушайте, как тихо, да? Ну, спокойно, по крайней мере. Мандавушки какие-то кусаются. Не знаю, мне ничего не кусает. Где ты там их наловить успел, непонятно. Да я не ловил, они летают. Пойду я тоже фотоаппарат. Наш транспорт. Это уже интересно. Да, щелкать по-разному. Я поставлю, какая разница, подумаешь, ну. Какой? Потом разберетесь. Да, что-то. Решили делать правильно, прыгнуть? Прыгнуть? Или не хотите? Посмотрим. По ситуации. Ну да, наверное, да. По плану нет, да? По ситуации. По плану нет, по ситуации может быть, да. Хорошо. Русские не очкуют, русские боятся.
то не желаете потом на обратном пути? На обратном пути? Прыгну, да. А? Прыгнешь? Да. Мечтаю. А где здесь эти? Вот. Вот. А я прыгал. Ты прыгал тут раз? Нет. Почему? Думаю. Попробуй, не кошмар, не, русский, не успеешь, да? Куда он денется? Пчелы же есть? Пчелы не видят. Они там будут сидеть на расплыве. Это как его поддерживают. А их не видят. Может, спрятались? Вот там ты желтый вот. От нового. Тебя намного увеличивают. Первый это день путешествия. Первый день привала, да? Первый день привала в этом Китае. Гестхаузе. Гестхаузе. Настоящий бомжатник. Тараканов еще не видели. Да ладно. Там был скорпиончик. Скорпиончики? Очень романтично. У меня ящерица была вчера. Ящерица это хорошо. Да не, вообще издревле ящерица хороший знак на самом деле. Конечно. Очень хороший. Саламандра не зря изображена на многих храмах. Что, 10 минут прошло, нет? Допиваем, да, допьем, допьем, да пойдем. Я думаю, сейчас вон еще голдят. Я думаю, их ждать будут. Конечно. Посмотрим, что у нас за вид из окна. О, просто замечательный вид. Да, видите, как туманчика не было бы. Дождя бы, да, тоже. О, вот этот вид-то вообще, да. Жесткий какой-то вид. А что он там делает? Ну, еще тут туман. Блин, как в Удане. Точно мы так вот туман поднимаем по горам. Снизу вверх. Угу. Так, ребята, кому начал заезжать, сразу ставьте, потом все, охренеть его. Воткнуться. Не надо. Да ставь ты, ставь. Ставь, прямо сейчас ставь. У меня и полный. Мы как раз в Россию проехали. Да у меня еще зарядка динамическая есть. Если даже здесь электричества нет, мы сейчас будем сидеть и крутить. Да, даже две. У меня фонарик такой. Да, фонарик такой и зарядка. Погоди, как там было?
возьмите, говорит, балерину, говорит, поставьте, где ей плодина опускает на кровати. О, шопинг. Водички надо выбрать. Да, вот я тоже. Мы вообще никто не взяли ни водички, ничего. Может, бутылка воды есть у нас. А, есть? Шоколад. Васюк, давай завтра вместе поедем. Мы с пенсионерами, блядь. Тяжело. Хорошо? Да, не вопрос. Не, я к чему, что это? Может, сейчас возьмем? С собой-то ничего не помню. Так мы обратно. А, сейчас? Да, просто, ну, сейчас пока идем. А что тут, там и бутылки что заберем, это у нас есть? Да я про сейчас говорю. Вот мы идем, да, чтобы попивать, ну. Хочешь, ну да, что-то есть такое. Такое, да. Типа такого. Вот и душ. О, душ. Интересный душ. Аптека. Да, нормально. Ну, там нормально. Ребят, нам еще маленько довершим. Шопки у нас двоих. Так, а, ну давай. Со своего, а потом... Сейчас, сейчас. Я все понимаю, почему они их не ремонтируют, а строят просто новые тупо. Хотя пляжи, выход на пляж вообще обалденный. Они строят новые просто и все. Ну, видимо, дешевле получается. Вы вот тот, который наверху, это не монастырь. А что это? Смотри. Там не флажочек. Это какой-то ничего. Отель, да. Да, это отель, там нет. Куда смысла нет идти? Да пойдем пройдемся немножко, что? У тебя уже там гвозди шевелятся, иди. Я понимаю, это как бы. Реально подкачивается. Голову вниз можно здесь. Ну я с веревочкой. Да, с веревочкой. У меня не то была веревочка. Кармашки. Нет, не та. Сами бы сюда на полчаса берешь. Не туда, вот ко мне просто. Парковый. Да правда, такая парковка вообще ужас. Просто ужас. Натыкано вообще. Нереально. Парковка в горах. Да, а что получается, знаешь, сюда выше, и мне ехать-то нам надо придется. Они просто не там парковка и все. Дорог. Нет. Так давно. Да, освещаю. Что-то качает как-то. Качает? А ты как хотел, горы? Да. Да по идее просто встать. Да, всем привет. Это что у нас? Ночь первая в Китае, да, я так понимаю? Да, обед. Маленько там вот. Ты не можешь открыть? Я просто думаю, как я сейчас могу надавить, и она... Не упадет, и она улица. О, нормально там вообще. Огоньки в гору. Вообще лучше просто посетить. Ты про что имеешь в виду, не рассказать? Да, правда говорят, что выглядит в горах. Ну, что город не самый верхний. Так, между холмами. А, вот он. Ну, где классно. Обалдеть здесь. Угу. Светится. А тут что такое? Тут свет? Ага.
Больше 3000. Нет, поехал дальше. В общем, жизнь то же самое абсолютно. То есть, само собой. Не бывает все время плохо. Но бывает плохо время от времени, но это означает, что ненадолго. Слушай, может вообще плохо не бывает. На самом деле просто это, ты воспринимаешь, что это плохо. Ну, да, ну конечно. Поэтому я, допустим, вообще из своего лексикона слово «плохо» убрал. У меня есть в лексиконе слово «приключение», как бы оно не было, оно просто остается приключением, его нужно просто преодолеть и все. Не, ну это... да, вот сейчас уже, да, все, люди перестраиваются. Можно понимать, что да, хорошее и плохое — это относительно. Но опять же, это к этому можно просто прийти, да. Потому что, например. Нет, у каждого понимание плохого, допустим, ребята, у каждого свое. Да это да. Для каждого для кого-то понимание, да, плохого и хорошего. У кого-то плохое, а вот для другого этого... человека это будет хорошо, то, да, что это будет хорошо. Плохо. Конечно. Вот тех детей возьмите с этими, для них это посели в хороший дом, да, и еды, для них это будет вообще рай. Конечно. Дети, да, дети тоже сложная тема. Вот здесь, например, дети в детском саду телефонами не меряются. Тебя подъедем как раз. А вот у нас? Да у нас уже просто у пошла. Газ. А у нас водопровод. Вот. Что-то наварить. Сейчас. Вот. Раз. Ай-яй-яй-яй. Получается. А здесь, например, говорят, что если есть что-то плохое, это вот то, что вот вы говорили недавно, что вот шоры на лошади. Да. Ограниченность — это самое плохое, что есть с точки зрения там тибетцев. Да, вот невежество. Невежество, согласен с тобой. Самое плохое, что есть. А все остальное хорошо. Еще не привыкли, что быстро камеру нельзя поворачивать. Не припалила щетку конкретно. Да, красиво. Ну, вот так получается. Наш отель. Основные расходы на еду и на питье $20, $30 в день и часам. Значит, если, допустим, вы берете какого-то гида, непальский гайд. Наш гастхаус. Второй. Как бы хаус для гостей. О, древние вензеля, свастичка. Вот так это выглядит наружу. Just three people. Here. I stay here with two gentlemen. Yeah. One and a half. Just one. Check. Да ладно, можно было не приседать. Костя, запах у меня там. Ты уже чаёк где-то надыбал? Mm-hmm. А где? У тебя с собой? В термосе? В термосе есть. У нас есть. А где вы заварили? А, да? Да. А у вас нету термос? Принесли термос. А, ну да. Он устоял здесь, настоящий? Да. Да. Я пойду сейчас тоже заварю женьшеневое, то что-то меня
Ой, а что вы туда пошли? Колбасы, что-то, а? Государственное здание. Парламент. Это государственное здание, хорошо? Это центральный банк. Написано АБТ. Это Agricultural Bank of China. Это называется сельскохозяйственный банк. Хорошо? Хорошо. А вдруг ты захочешь кредит взять? Чистый тибетский. Вот нам туда. Вот центральная улица. Вот, вот тибетский дом. Хорошо? Хороший тибетский дом. Василий, помаши ручки маме. О, чиновники. Там круто. У него коробка приключений, да, какая? Да, я видел такие уже, говорю, в деревнях у нас тоже такие были. Я вас их не видел. Ну, ты, видимо, не в таких деревнях был. У него вариатор. Поселок нет, поэтому дорога нет. Здесь есть вот такая трапа, где як ходят, где и вот так, где люди, как мы, для акклиматизации ходят. Поэтому эта тропа не очень хорошая, не очень комфортная. Поэтому надо, чтобы терпение, уважение, любовь. Хорошо? Конечно. Поэтому потихоньку, потихоньку, как сюда пошли, вот так, где идем, вот вверх. И это для здоровья, для всего хорошего, для всего. Хорошо? Хорошо. Давайте потихоньку все одновременно туда. Фотографируется. Вы спешите, что, ребята? Давайте щелкнуть заходим. Пойдем. Да щелкнитесь, вон там корова белая. Кто, лось? А, ты можешь подплыть? А Димка-то где наш скоростной? Куда он? Еще выше пошел? Да. Наверх пошел. Да. Нет, потому что там наверху еще платочки. Может, туда?
туда поднимемся все? Поднимемся, поднимемся. Куда? Туда уже... Вон, платочки. Я, скорее всего, думаю, туда учесали все. А где просто? Серега-то где вообще? Сел, он туда, наверное, пошел. А вон еще там. Они внизу Эльвиру ждут, ты че? Эльвира что-то как-то слабо. Ну, у Эльвиры проблема со здоровьем, поэтому, я думаю, это если поэтому... Короче, сутками я читала. Я же не подсерся, он умеет, а я пойду... Охранник, собака. Раз, гол, гол! Гол, гол, гол! Гол, гол! Гол, гол! Гол, гол! Стороны сосед. Такое интересное.
бегает. С самого низа сопровождал. Поднялись еще. Все в камнях. Одежду люди оставляют. Там впереди полутуча. Закрывая горы. Наша группа, вроде все поднялись, один Дима остался, так как не рассчитывал, что будет холодно. Это у нас Лёшка, Лёшка вот вниз, для истории. Все попали, все мы попали. А? Давай. Это тоже наша пара Серёги и Татьяны. Внизу красивый ландшафт. Река. Город. Пусть я покажу, что вчера нашел. Я заплыл просто. Интересно, а чье это? Серка. А? А, серка. Уверен? А может, женщина какой-нибудь? Да, бога ради. Пригодится такая вещь. Ну да. Димс, ты там наверху сфотографировал Алексея? Так я взяла эту шоколадку уже, которая была. Дина. Дин, поверни. Сделайте на лице улыбку. Просто жми и все. Еще раз нажми. Выдержи. Вот почему ты не хочешь. Давай. Ну что-то Thank you.
уже почитать, где забить все закрыть. Оля, не ходи справа. Всегда идут под часовой стрелкой. Вот здесь раньше, до 59 года, были 14 монахи. После этого были 12. И все ушли, женились в город, в деревню, сейчас остались только двое. Вот раньше, когда были все монахи, они некоторые исключали ваза, некоторые вот это раковина, некоторые это колокол, некоторые труба, вот все хорошо очищение делали, ритуал делали, а сейчас нету, сейчас два монаха только, поэтому невозможно это все делать, поэтому все только сейчас как сувенир, как музей остается, и утром вечером эти двое тоже приходят и немножко молитву читают. Вот это называется как Будда сострадание. Вот Авалокитесвара. Или Локесвара. 11 головы Локесвара называется. Хорошо? Его статуя есть разная. Иногда бывает без 11 голов и без это 1000 руки. Потому что это в философии буддизма есть здесь. И что, какой мысль медитировать? Понимаете? Какой конечный элементарный цел монаха? Все здесь написано. Рисовано. Хорошо? Это называется кольцо жизни. Кольцо жизни. Вот калачакра мандала называется кольцо времени. Кольцо времени, а это кольцо жизни. Поэтому вот здесь вначале надо посмотреть в середине. В середине есть три вот эти. Свинина, петух и змея. Понимаете, да? Эти три означают. Понимаете, вот в центре, все, вот вокруг есть вот это шесть разные жизни. Шесть разные жизни это. Это шесть разные жизни. Это все жизни я расскажу. Вот шесть разные жизни, но у всех есть вот это три характера. Понимаете, да? Если что, вот эта свинина, это невежество есть. Невежество есть. Вот эта змея есть гнев. Гнев. И от этого петуха, когда он найдет ее, его супруга не хочет уйти. Это значит есть привязанность. Понимаете, да? Вот три характера, которые не дают человеку быть Буддом. Выйти из этого кольца. Не дает. Понимаете, да? Потому что будто человек может выйти, когда он может выйти из этого кольца. Понимаете, вот это называется кольцо жизни. Кто будет кольцо жизни,
верят, и что у него будет перевоплощение, и у него будет следующая жизнь. Кто уже выйдет из кольца, у него не будет перевоплощения, и у него ему не надо родиться в этом мире еще раз. Понимаете, да? Вот есть разные жизни. Считается вот отсюда, от этой центральной линии считается, и это вниз, считается жизни. Это, по-моему, где гнев, это, по-моему, надевается, которая ад, короче. Это что? Во-во-во, замок. Это что? Что-то. Что-то. Это что-то, да. Бутылок здесь целая куча, помойка какую-то превратили. Куда? Я сфотографироваться ходил. Это, понимаете, стихия. Место силы для обеда. Короче. Но. Понимаете, да? Да. Там было место силы для подписи. Ага. Здесь место силы для обеда. Там будет место силы для ночи. Где мы найдем место силы? Непростое место. Оля. Люба, какая высота? Да, ты пойдешь? Да, вон туда, где флажки до ору. Сколько это еще? Ты очки-то сними. Ну ладно. Ладно, ладно. Я думаю, как-то что-то темно. Обычно так оно и бывает. Кайф. Вот так, вот здесь, вот. Ну нет, ну вот, вот, вот на этом, да. Спасибо, давайте я поснимаю. А то ты себя не снимаешь совсем. Да, я не как бы сильно меня. Он выпал в полгода на неделю. Так, ну скажи что-нибудь. Аум. О, мани падмахум. Вот Вася наш акклиматизировался. И стал более-менее жить.
И переворачивать не будем. Как это что у нас называется? Это же Малумба. Малумба? На, Васек. Ну я записал так как-то. Василий Кузнецов, я ваш гид. Посмотрите, это надевается американский каньон. Такая красота. Здесь есть очень много пещер людей. Внутри. Где раньше люди жили. Диан, сфоткай меня. Ну, на обратном, на свой. На обратном пути будем, но вдруг... Спасибо. Шапку же крутит. Такие мандарины классные вообще. Что шапку? Шапку же крутит. Да, Димка, гида загрузил.